Всем привет! Привет, мои хорошие! Ну что, как и обещала, идем с вами. Глаза еще не раскрылись до конца, узкие, как у китайца или японца. Ну ладно, пусть буду сегодня китайкой. Идем с вами на базар, посмотрим яблоки. Сейчас пока шла по дороге, хотела маленько поснимать, пока на вопрос ответила в WhatsApp, с Яночкой переписывалась, потом еще многим девочкам с утра уже написала в комментариях рецепты, которые они захотели. И Светлане написала, и ежики, и орешки, и Олечке написала этот рецепт, если есть желание на термомиксе прямо как делать рассольника. Ну вот, вы уж не обессудьте, если вдруг я там ошибок понаделала. Ну, как уж могла. Со всеми штуфами, вот с этими секундами, я ничего не перепутала, это точно. А название там овощей, фруктов или еще чего-то, возможно, неправильно написала. Я еще писарчук тот. Вот. Ну, короче, идем на базар. Базар у нас сзади. Посмотрим, что имеется. На улице солнышко светит. Люди сразу оголили торс свой, в футболках ходят. Но я экспериментов боюсь, поэтому я в теплом платье и в кожаной куртке. Думала, не видно ничего, солнышко светит. Думала, базар вам показываю, рассказываю. А у самой, наверное, мордяха будет на все, на весь экран. Ну ладно, уж как будет, так будет. Идем, посмотрим. Народ тусуется, но в основном бабушки, дедушки, безработные и пенсионеры, у которых, наверное, пенсия позволяет ходить по базару. Сейчас поищем яблоки. Были в прошлые выходные яблоки. Сейчас посмотрим, что будет, что у нас тут продается. Вот такая рыба имеется с ценами 7-10, 100 грамм, 7 пуэра, 100 грамм. Там вот у нас рассада помидор, огурцов, всего на свете. Сейчас посмотрим, подойдем. Блин, как у них петуньи так растут красиво, а? Я уже читала про них, что нужно что-то где-то отщипывать, чтобы они шли хорошие. Ничего у меня так не растет. Или, может, кустов много посажено, засажено. Вот такие я люблю цветочки. Вот такие мне нужны. Вместо Анюткиных глазок уже пора покупать. О, какие. Уже помидоры растут. 17,50, видите, и помидорки растут. А вот лаванда 5 евро штука. Ценники, конечно, бешеные. Огурцов не вижу. Ой, ну петуньи вообще. Посмотрите, какие кусты растут петуньи. Я по ним вообще балдею. И тряпки здесь есть, и фрукты, и овощи. Ладно, выключу, пойду побыстрее. Мужчина играет. Вышли на соседнюю улицу, нужно сходить в Росм. Заодно посмотрим витаминчики, какие имеются. У нас Росман очень маленький и неудобный. Я вспомнила, что мне давали телефон аптеки интернета. И надо нам туда позвонить. Я прямо при вас
позвоню в эту аптеку и спрошу, что они мне посоветуют, какие витамины и какое что. Еще спешусь с одной женщиной, которая мне в комментариях пишет, дала номер телефона. С ней еще поговорю. И тогда уже могу знать точно, что мне надо пить и чем заниматься, чтобы маленько выйти из состояния нестояния. Все, идем в Росман. Вот у нас центр Пятак, где люди отдыхают и ни о чем не думают. Вообще ни о чем. Ни забот, ни хлопот у людей. Идем. Вышла с Росмана, потом вам покажу. Небольшие помазушки себе купила. Потом вот эти блеттер, листы для стирки. Вангибольд сейчас в Росмане. Я к ним уже привыкла. Особенно, когда стираю беленькое свое белье. Очень-очень вкусно пахнет потом белье. И, ну, короче, все покажу. Куча заходит. А мне еще нужно в магазин зайти, посмотреть фарш. Нынче постеснялись родителям заказать. И так каждый раз они нам покупают фарш. Остались без фарша, а были у родителей. Папа мог бы спокойно нам купить, но он не берет деньги. Поэтому мы уже начали стесняться и через раз заказывать фарш. Хотя он говорит, я имею полное право помочь своей дочери хоть чем-то иногда. Вот такой он у нас человек. И мама такая же. Позвонила на второй день и говорит: Алена, помидоры вам не дали, огурцы малосольные посолили вам не дали, ничего не дали. 3 пачки помидор, кто их будет есть? Отец специально в Ангиботе были купил, чтобы Аленке дать. Ну вот, вот так переживают, что Аленка голодная. Все, идем в Альди, в магазин, зайдем. Здесь, в центре у нас. Посмотрим фарш. Охота котлет. Я видела котлеты с кабачком. Я потом вам расскажу, у кого я это все смотрю. Очень хорошая женщина. Ее можно смотреть сутками. Ведет такой же канал. Давно уже, 10 лет ведет. И вот я смотрю, сейчас посмотрю. Если будет кабачок, то себе и Константину сделаю, чтобы никто не видел, что это кабачки. Идем. Ой, подошла к дому. Вот дура дурой. Мокрая вся, как курица. Донесла свою сумку. Это что-то с чем-то. Сколько я шла, не знаю. Надо отдохнуть чуть-чуть, иначе дома тоже жарень набирается. Не жарень, а духота. Я, правда, ушла сейчас, все форточки открыла, окошки на кип открыла, чтобы хоть маленько воздух поменять, пока меня нет. Потому что когда я там, ничего не меняется. Я не могу сквозняки переносить. На одной стороне у нас открыто, а на другой закрыто. И стоит все как в котловане. Константин уже говорил, говорит: Лена, надо как-то проветривать. Я вот вчера на улицу вышла, гуляла долго, проветривала прям в этот промогу всю открыла, балконную. Сейчас маленько пар спущу. Смотрите, какая у нас красота. Да здесь я свои маю. О, уже розочки и ромашечки. И розы какими бутонами распускаются. Это все у нас. Баба Ирма за этим следит. Вот такая красота. Ой, какие розы. Бутонами. Ой, кто-то что-то вкусное жарит. Есть хочу, не могу. А пионы какие красивые. Посмотрела, 2,99 4 пиончика. Дохлых. Вот это, да, во какой растет этот подорожник. Надо мне его тут сорвать, он никому здесь не нужен. И вот уже и георгины вылезли. И вот эта шапка растет, цветок красивый, всегда растет. Ну вот, вот такой у нас под окнами оазис красивых цветов. Все, пошла домой. Надо дергать, да, кушать, готовить что-то. Быстренько с вами пробежимся. Вот фарш был, правда, свиной,
Ну ничего, 2,99. Марк Максим уже сейчас со школы пришел, есть хочет. Мама, сделай бургеры. Вот это вот сейчас сразу идет на бургеры. Потащила, дуреха, морковку. Рыбку, это мы делаем всегда бутерброды утром с Ксенией. Ну, кто хочет. Вот баклажан, кабачок купила. Сделаю обязательно эти котлеты сейчас. Активию купила. Огурцы были по 99 центов. Маленькие. И вот черный хлебушек. Иногда хочется хлеб, а у нас только белый и Константина. Вот. Яблоки купила 2 килограмма. 3,80 на базаре купила. Теперь у Константина яблоки будут. Ну и вот Росман. Здесь я оставила в этом магазине по минимуму прошлась что-то прямо. Сколько? 18 евро, по-моему. Не вижу без очков. 18, по-моему. А здесь ровно 26 евро. Как отстрелялась. Уходила вот за этими. Вот видите, какие. Сейчас сделали новенькие. Актив. Универсальные. И колор цветные. 2,99 продаются. 25 штучек. Очень удобно. Я к ним привыкла. Бельишко беленькое стираю. Все, что беленькое, футболочки, все, что вкусный, запах шок был. Ну и вообще хорошо отстирывать. Сейчас, Максим, 2 секундочки. Купила себе новый тональный крем, новую пудреницу. Знаете, надо это все иногда менять. Карандаш для бровей. Брови иногда подвожу. И это, они у меня чешутся потом. Видимо, уже срок годности истек. Нужно все-таки что-то иногда менять. Хоть он еще и не пустой, но менять надо. Вот. Потом, ну, это было в Ангиботе. Мы так подливаем. Есть у нас актив. Вообще хороший этот. Фирма. Покупаем. А это так, для затравки. Где что помыть. Это душ. В ванну добавлять. В ванне уже не моемся, но закончился. Иногда надо. Не успеваем покупать. Лак для волос. И вот купила вот такой комплект Форте. Посмотрела на голову, да, что голова, витамины тут всякие, B12 и B9. Прочитала аннотацию, что значит вот именно нервен и вот именно нормальный функциондер. Ну, короче, чтобы голова функционировала. А то что-то вообще уже капут. Но мы с вами обязательно позвоним. Сейчас. Мы с вами обязательно позвоним в русскую аптеку. И спросим эту интернет-аптеку. Она русская. На русском разговаривают. Я встретила знакомых. Она говорит: Алена, я не доверяю Росману. Ну, типа, не покупай много. Купи что-нибудь. Ну, такое, чтоб недорогое. И попробуй попить. Ну, а вообще дала номер телефона аптеки. И вот мы с вами в интернет-аптеку позвоним. Все убираю, все разбираю. И надо бюргеры сделать. Мальчишка пришел, ему подстригаться ехать в Гамбург. Голодный. Сейчас мы быстренько с вами все это сделаем. Ну что, мои хорошие, начинаем делать бюргеры. Перчатки одела. Танечка написала. Алена в комментариях. Алена, мне ногти не мешают, а мне не могу. Постоянно вот здесь что-то залазит, я их постоянно чищу, постоянно промываю. Столько с ними проблем стало у меня, когда их не было. Я всего 3 месяца ногти ношу, поэтому для меня это накладно получается. Больше работы получается. Вот, и мне дурно от этого становится иногда, что надо постоянно перчатки, постоянно за этим, за всем следить. Добавляю фарш, да, этот специальный для фарша. Вот, потом, что еще мы тут добавляем? Перчик добавляем. Добавляем соли. И неудобно стало крышки теперь открывать. Боюсь ногти сломать. Они же мои, да, не искусственные, а мои. Поэтому как-то подбаиваю, что они у меня сразу бам. И не будет на каточках. Сломаются под самый корень. Я знаю, у сестры ломаются иногда. Она всегда ногти имеет, Наталья. И вот они у нее ломаются. И потом больно становится.
я не хочу. Я хоть и люблю сама себе что-то драть, но не сильно хочется такую боль испытывать, которую не сама делаю. Интересно, с полкилограмма 4 котлеты получится на бюргер или нет? Что-то я сомневаюсь в этом. Слушайте, я нашла вот такую присыпку, сейчас покажу. Она ведь тоже для котлет. 100 пудов. Мне так кажется. И запашок вкусненький. Так, и вот девочки меня как-то учили. Сейчас мы сковородку поставим. У меня же есть вот такая, рис я делаю, да? И вот мы сейчас попробуем. Сделать котлетки. Так, раз. Два. Три. Даже много. Чересчур много фарша. А может, немного. Посмотрим сейчас. Вот какой зажимчик же есть. Все есть. Ну вот такая котлетка будет у нас с вами. Так, следующую. Thank you.
Макс. О, Константин, ты что ли? Кто а тут я тут. Ксения вещи перебрала. Зимние. В Келлер хочет отнести. Никто не уезжает. Отказалась от бюргера. Я сделала себе вот с фета. Сейчас котлетка поджарится. И будет у меня вот такой бюргер. Сейчас показываю близко. Вот это свой настоящий бургер. Все, пойду пока горячий перекушу. А Константин, у него супчик есть, холодец есть, есть что ему поесть.